Озаренная вдохновением, картинная выставка в музее представит взору посетителей мир портретов известных личностей, уголки природы и родного края автора. 1 июля в зале городского музея открылась памятная выставка местного художника Шията Базарбекова «Калдырган эзе мәңгелек», что в переводе означает «след, оставленный навсегда». Ее организовала семья мастера. Папа мечтал и планировал в этом году провести данную выставку, но на этой неделе исполнилось 100 дней, как его не стало. Но мы, его семья, решили сегодня провести данную выставку и исполнить тем самым его желание. Первая его выставка проводилась в 2015 году. Она тогда называлась «Мир портретов». В этом году выставлено порядка 82 портретов и картин. Мы очень благодарны всем, кто сегодня присутствует. Творческое наследие Шията Базарбекова поражает многообразием жанров и используемых графических техник. 82 произведения мастера, среди которых портреты, натюрморты, пейзажи и тематические композиции, исполненные карандашом, тушью, акварелью, гуашем и маслом. На открытии выставки дочь автора Ажар и внук Ислам посвятили стихи отцу и деду. Киттінәке жаныңыздан жырақтап, мәңгі есте жарқын жүзін дидарын, есімізде күлімсіреп тұрғанын, ілім-білім тәрбиеге қанытқан жаның тұлы. Одним из любимых жанров, неизменно привлекавшим Шията Тимиргалиевича на протяжении всего творческого пути, был портрет. Не только внешнее сходство, но и глубокое проникновение во внутренний мир моделей характерно для рисунков, на которых запечатлены великий Абай, поэт-мыслитель Машхур Жусупкупеев, академик Канш Сатпаев, герои Великой Отечественной войны Маншук Маметова, Алия Мулдагулова и другие. 8 лет назад портрет святого Жандарбека Кожи был подарен музею села Ахколь, а портрет Естая Беркимбаева музею города. Мы с Шиятом ровесники, познакомились в 80-м году. Здесь он нарисовал здание первого интерната, которым заведовал. В Доме культуры был директором. В этом здании, построенном в 1965 году, долгие годы проработал секретарем сельсовета. Он запечатлел все места, где ему доводилось работать. Данная выставка – большое событие, заслуживающее огромного внимания. Шият Базарбеков – уроженец села Ахколь. В разные годы работал в сельсовете, учителем, позже в акимате села Саркамыс. Был разносторонне талантливым человеком. Также писал стихи, которые публиковались в местной газете «Утарха». Стоит отметить, что первую надпись названия на мавзолейном комплексе Исабека Ишанхазрета наносил Шият Базарбеков. След, оставленный им, вечен. Свидетельство тому его многочисленные работы, выставленные в зале музея. Выставка мастера продлится до 17 июля. Сила и мансарда.